Что касается Гроднозот, ну что мне вам рассказывать про Гроднозот? Это ваше предприятие, когда вы работали в должности вице-премьера. Очень важное предприятие, очень важное стратегическое предприятие. Мы много говорили о том, что никаких шатаний на этом предприятии быть не может, потому что, не дай бог, что случится, зараза накроет весь город Гродно. Поэтому там должна быть жесточайшая дисциплина, не только технологическая, но и в организационном плане. Возьмитесь за это. И вот откровенно скажу, щадить и жалеть кого-то за нарушение дисциплины там не позволено. Потому что, не дай бог случится, потеряем тысячи людей, ни в чем не повинных. Поэтому наведите порядок там.